Наш денний ефір, як завжди, у цей час починається з вами Тетяна Милинко. Доброго дня. Отже, я рада вітати гостя в нашій студії. Сьогодні до нас прийшов Светлицький Владислав Петрович, нейрохірург медичного дому «Одрекс». Поговоримо ми про процедуру вертебропластики. Доброго дня, Здравствуйте. отже, що це за процедура? Що таке вертебропластика? Вертебропластика це така процедура, при якій ми поражений позвонок, точніше його тіло, заповняємо костним цементом, який після цієї процедури повністю застиває. превращается в такой камень и обеспечивает плотность, устойчивость этого позвонка. Что такое кистковый цемент? Костный цемент это научными терминами полиметилокрелат, но по своей сути это как пломба у стоматологов. У них очень схожий состав, который при помощи специального такого порошка и растворителя размешивается в операционный и по системе вводится через иглу в позвонок. Спустя минут 20 после он там очень сильно нагревается и застывает. Так, какие показания это опроты показания е до э, операции? Ну, основное показание квартебропластики – это болевой синдром, ну, то есть боль в позвоночнике вследствие какой-то либо причины разрушения позвонка. Травма какая-то, какие-то внутренние, может быть, хвороба, Быв... например. Да, бывает это травма, Mm -hmm. Бывает это переломы вследствие остеопороза, то есть снижение плотности костной ткани, позвонки просто просаживаются. Вследствие образования каких-то в теле позвонка доброкачественных либо злокачественных, то есть это может быть гемангиома, это из самых частых, миеломная болезнь и, к сожалению, метастазирование различных опухолей в тело позвонков. Ну, мы поговорили про показания. А че есть противопоказания, то есть при каких выпадках не можно добавлять этот цемент, цементовать? Основным противопоказанием является то, когда процесс, который разрушил это тело позвонка, выходит за его пределы в сторону канала, в котором находится спинной мозг. То есть, когда эта ткань, которая разрушила позвонок, либо и ткань эта, и часть самого позвонка разрушившегося давит на нервные структуры. То есть нам нужно не только убрать болевой синдром, а еще и ликвидировать этот фактор давления. И в таком случае, если мы просто зацементируем позвонок, то мы не восстановим проводимость по этим нервным структурам, и по сути сделаем медвежью услугу. То есть боль может и уйти, но при этом все, что находится ниже этого уровня, не будет получать никакого сигнала, и поэтому человеку лучше не станет. Зрозуміло. так. А знаете, когда вы говорите про то, что замешивает цемент и наливает его. У мене якісь свої асоціації, звісно, так і з будівництвом, напевно, як взагалі проходить ця процедура? Розкажіть у операційній безпосередньо вже. Ну, операційний пацієнт, во-первых, чаще всего підмісна на стезі проходить. Буває таке, що пацієнти бояться навіть уколів, Ми можемо зробити. Але підпочительні, звісно, ділянку Это це менші ризики і намного швидше происходит. Пацієнт лежить на животі. Мы делаем местную анестезию, просто лидокаином кожу обезболиваем и вводим специальные иглы. Иглы для вертебропластики, они такие внушительные, большие, длиной где-то сантиметров 10-15, толстые. И мы под специальным аппаратом, таким большим рентген, с рентген-контролем, вводим эти иглы прямо в тела позвонков. То есть просто маленький прокол 2 миллиметра, и под навигацией этим аппаратом мы попадаем туда, куда нужно, и проходим в толще этого позвонка, в самый его центр, грубо говоря. Сейчас да. людине, яка боялась прививку делать. после этого берем цемент, замешиваем его в специальных пропорциях и через такую тоже внушительную систему для введения под давлением медленно загоняем его в это пораженный участок этого позвонка. Все это происходит в реальном времени под рентген-контролем для того, чтобы убедиться, что цемент идет туда, куда нужно, потому что Ну, звісно, Одним І засложнім є те, що цемент може пойти в мати. В онлайн режимі, я так розумію, да, працює да. рентген-апарат. Да. Тобто ви бачите да. повністю, як і де знаходиться голка. Цемент, да. І цемент також. Чи потрібна якась спеціальна підготовка для пацієнтів перед цією операцією? взагалі? І що треба знати перед тим, як йти на цю процедуру? Обично ну, ніяка підготовка спеціально не требується, це банальні аналізи крові. кардиограмму, осмотр терапевта для того, чтобы не было каких-то общих вообще противопоказаний даже к местной анестезии или, может, человек из-за стресса у него сердце просто слабое и не выдержит. Но в целом никаких специальных, специальной подготовки никакой не требуется. То есть приходишь да. и с какими симптомами, например, человек может вернуться? Это боль в спине? Ну, главный симптом – это боль. Сильно. Есть, да, возникла боль после какой-то нагрузки, после травмы. Иногда бывает, что сама по себе, и пациент обследуется. Mm -hmm. И нужно узнать причину этой боли. И мы видим на снимках, на которые направляет обычно невролог, например, пациентов, мы видим очаг разрушения позвонка. Мы определяем его причину, и если нет никаких противопоказаний, которые мы уже обсуждали, тогда мы идем на то, чтобы укрепить этот позвонок и чтобы убрать этот болевой синдром. А как долго взагалі триває процедура и какой срок реабилитации? Ну, процедура обычно длится в районе часа. Це вместе с з тим, що ми ще 20 пациента пацієнта не двигаем, ждемо, поки цемент полностью застынет. И І після в цей же день пацієнт уходить своїми ногами до тобто кілька годин він відходить від наркозу повністю. Ну навіть Это... наркоз там, там вот, как такового и нет. там просто кожи. То есть человек кожу. Тобто, какой часто кожу не чувствует пару часов. От ви говорили про великі якісь страшні голки, чи є якісь обмеження по віку, наприклад, чи дітям можна робити щось подібне і літнім людям? Ограничений по возрасту в принципе нет, потому что изначально вертебропластика придумывалась для таких довольно, как бы это грустно не звучало, тяжелых пациентов с вторичным поражением позвоночника, то есть с метастазами, для того, чтобы убрать у них боль. То есть изначально она была сделана для пациентов, у которых уже последние стадии какого-то онкологического заболевания, для того, чтобы просто улучшить их жизнь. То есть даже таким тяжелым пациентам с кучей сопутствующей патологии... Це було можливо зробити. Тим більше ми вже не говоримо пациентах молодих, у яких там просто пір позвонок і нічого такого страшного. І сьогодні це варіант допомогти так прибрати ті волі. А взагалі чи треба якось повторювати цю процедуру? Чи вона от заляла цементом і вже не завжди? Да, вот після этой процедури позвонок. Крепче, чем все другие позвонки, которые никто не трогал в сто раз. То есть один раз мы и этот, же, этот да? цементировали, да, и этот цемент уже никуда туда никуда, никуда не исчезнет, он там навсегда. А тело приймается и материал? Да. Никаких с этим проблем обычно не бывает. Конечно, бывает. Індивідуальні алергічні реакції на цемент, але це крайне рідко, як як яка алергія, то І це можна якось попередити, тобто перевірити, напевно, так? Да. Тобто, да, Пробу зробити. Так, добре, як відбувається реабілітація після операції? Ми трішечки вже поговорили про те, що вона недовго триває. Але чи відчуває щось людина взагалі, що відбувається в її тілі? Чи після е, пластики одразу ж стає легше? Ну, звичайно, одразу ж становиться легше, і як мінімум 50% болі уходить одразу. И в течение первых суток это более обычно. Если мы точно поставили диагноз и эта боль вызвана именно разрушением этого тела, которое мы укрепили, то она уходит полностью. Чьи риски ускладнения? Что может отбутись? Чем может ваш частаты другим позвонкам? Ну, как в любой хирургии свои риски, конечно, присутствуют. И основные риски – это два. Первое, что цемент пойдет в сторону нервных структур, то есть в сторону корешков либо спинного мозга. Для этого мы все это делаем в реальном времени и под контролем рентгенаппарата, и смотрим, куда он идет, чтобы, не дай бог, он туда не пошел. И второе осложнение — это когда слишком много цемента мы вводим, и он по венозной системе, которая есть, собственно, в, своих тел... в телах позвонков тоже есть своя система кровеносная, она просто выходит и идет в легкие. Такое тоже очень редко, но случается такое осложнение, они описаны, поэтому нужно очень за этим следить. И предупредить их можно, в принципе? Конечно. Че это что-то неконтролируемое такое? Нет, нет, это мы видим четко, вот на, на рентгене это мы видим позвонок, угу. и появляется облако цемента, когда мы вводим. И четко мы смотрим его распространение. Если вдруг мы видим, что он пошел в сторону канала, то мы либо прекращаем введение и переставляем иголку. Угу. То есть его можно остановить? Конечно. Ох, все, заспокоил. Так, есть альтернатива вертебропластике? Одна из альтернатив, безусловно, это старый метод, который до этого использовался. Один из них это транспедикулярная стабилизация. То есть это большой разрез и введение титановых винтов в тела позвонков, выше и ниже лежащих, для того, чтобы нагрузку с этого позвонка, который между ними, полностью убрать. А современные методики позволяют только этот позвонок зацементировать и на этом вопрос, грубо говоря, закрыть. Вы знаете, очень часто, когда болит спина, люди думают, что достаточно пройти всего-навсего до массажиста, например. Mm -hmm. А иногда проблемы не решают. Ну да, к сожалению, вообще массажист ⁇ это сомнительная методика. То есть в любом случае нужно начинать с семейного доктора или хотя бы с невролога, который вас дообследует адекватно и даст вам причину этой боли. А не так, чтобы пришли, сделали массаж и боль прошла. Но причину так никто и не узнал. А мало ли бывают такие процессы, которые на ранних стадиях еще можно спокойно вылечить, а если на это, грубо говоря, не обращать внимания, то потом можно и попасть в очень неприятную ситуацию. Чем можно работать в вертебропластику, как профилактичную процедуру? Нет, вертебропластика показана только при болевом синдроме, ну, то есть при боли, которая никак не купируется таблетками. То есть это одно из показаний главных. Если есть болевой синдром и разрушение тела позвонка по той или иной причине, которое мы никак не можем убрать таблетками, тогда мы прибегаем к этой методике для того, чтобы убрать эти неприятные ощущения. Вы говорили, что э, эту процедуру робили и взагалі розробили для людей, которые находятся в тяжелом состоянии. А да. так давно ее начали использовать в э, обычном ритме? Ну да, это еще ее изобрели в 90-х годах, и на удивление первая процедура была выполнена еще на шейных позвонках, что в принципе не так часто в наших сейчас реалиях. Но активно последние лет 10 уже используется эта методика даже в Одессе. Ну и довольно приятные результаты. Але не, в якости профилактики в жодном разе, нет, 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 нет. Тобто, давайте еще раз. Если чувствует человек боли у да. так? Не допомагає, а массажист, а не таблетка. Да, про массажиста мы вообще забыли. Да. То есть, у вас есть боль в спине. Угу. И это не такая боль обычно это боль очень выраженная. И как... Гостра, топ-то, да. так она их да. стреляет. Да. Угу. И как любой сознательный человек, я считаю, вы должны пойти к доктору, который вас обследует и эту причину выявит. И даже если ее нет никакой органической, хотя бы в этом убедиться. Потому что одно дело, боль прошла, и слава Богу, и там что-то было. То, може бути, що там нічого є ні, але зато ви точно в этом уверены, і ви нічого не пропустите. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас і нагадую. В гостях у нас Світлицький Владислав, нейрохірург медичного дому «Отрикс». Поговорили ми про процедуру вертебропластики. Дякую вам ще раз. Дякую. Це був денний ефір на сьому телеканалі. Провели з вами Тетяна Миломко. Усього найкращого та будьте здорові!